Доброго времени суток, друзья, с вами Грегори, и это один новый выпуск проекта «Город в Майнкрафте». Извиняюсь за небольшое отсутствие, я отсутствую за болезни, в общем. Сейчас, за время моего отсутствия я, так сказать, провел благоустройство здания, двора здания по адресу Бакинский комиссар, дом 16. В принципе, тут ничего особенного, просто я добавил пару детских площадок здесь. Также я провел маленькое благоустройство в этом микрорайоне. Я продлил внутриквартальный проезд, добавил ЖКХ, детский садик, добавил школу. Также я решил заняться, можно сказать, благоустройством создания дворика сзади этого здания. Но пока что я этим займусь за кадром. В принципе, давайте начнем с обзора. Давайте и начнем с ЖКХ. ЖКХ, вот здание. ЖКХ это, можно сказать, управляющая компания над коммунальным хозяйством в зданиях, в жилых зданиях. Так, вот здесь наша табличка ЖКХ, само здание все вот такое. Коробка красного цвета с крышей из бирюзовой керамики. Так вот выглядит здание, здесь у нас сидит менеджер. Здесь у нас кабинеты идут, то есть Берг. Вот. Тут можно посидеть, тут не знаю, кто муж, менеджер или специалист, я, честно говоря, не знаю. То есть не особо шарю в сфере ЖКХ, вот и все. Тут уже кабинеты. Поднимаемся на второй этаж. По сути, мы просто заходим и в какой-то кабинет. И мы просто оплачиваем за коммунальные услуги, то есть за свет, газ, воду, электроэнергию. Я уже сказал. Тут уже сидит протест уже ЖКХ. Сразу же собираются все работники, здесь сидит директор ЖЭКа. Проводят, сказать, собрание, типа, решать различные вопросы, типа, мол, типа, давайте мы давайте сделаем скидку 50%, чтобы, мол, холопы платили в 2 раза меньше, чем сейчас. Так вот. Тут и сами акции, точки, мухомор. Стол. Кровать я по приколу поставил, и книжки стоят. Ну и поиграйте. Следующее обновление это детский садик номер 2. Куда побежу? Это уже второй детский садик, но уже типовое здание, то есть типовой серии. Ну, в формате буквы М. Наверняка в своем вашем городе наверняка такие сады есть. Ну, в Челябинске, в том городе, где я живу, тоже имеется. Причем рядом с моим домом тоже стоит тоже такой же садик. То есть рядом с моей школой тоже. Также я тоже провел небольшое благоустройство, то есть добавил. Огородил здание, добавил детские площадки, и на этом все. В детский сад имеется 2 входа. Можно пройти с другой стороны. У нас есть табличка муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, детский сад номер 2 города Александровска. Давайте зайдем. Тут у нас есть актер, тут у нас табличка о том, что в этом детском саду 84 ребенка. Тут уже группы идут, столовая. Ну, я, честно говоря, не представляю себе, типа, столовую в детском саду, ну,
Так хотелось бы воспитать работника детсада, типа отдельно, типа как в школе детсадового. Тут сам пищеблок, тут имеется еще один, тут имеется проход в пищеблок и проход со стороны столу. Тут кухня, раздевалка, сама группа такая вот. У нас кровати, полки с игрушками, коврик, туалет. Тут тоже туалет. И дальше идет мужской проход с другой стороны. То есть метод в два входа здесь и с этой стороны, и с другой. На другой конце, на другом конце коридора там тоже место вахтера. На втором этаже тоже группа, правда, зацикливаться на них мы не будем. И дальше идет на крышу. Само здание двухэтажное, то есть на крыше пока на данный момент ничего здесь нету. Хотя ничего устанавливать на крыше я не планирую, я не собираюсь просто. И последнее предложение, это вторая школа, то есть школа номер 2 города Аисатовска. Признаюсь честно, я просто перенес ее с Якуласска, которая располагается на улице Фролова, рядом с торговым центром. И просто я перенес, ну, можно сказать, не мог расстаться с этой школой. Кстати, вот, очередной косяк. Вот, очередной косячок за мной остался вот здесь вот. Вот я, можно сказать, в эту школу настолько влюбился, что я не представлял себе жизнь без нее. Все, обожаю это творение, просто не мог с этим просто взять и расстаться. А так вот, школа просто классная. Нас на входе приветствуют две таблички, среднее бюджетное образовательное учреждение, кстати, да. Все школы в Айсатовске, так же как и в Югорске, можно сказать, бюджетные. Хотя в Челябинске имеется просто мол, то есть типа не бюджетные, но одновременно не автономные. Хотя та школа, которая стоит рядом с моим домом, это 108-я, она, можно сказать, автономная. То есть муниципально автономное учреждение. А та, которая учусь, это уже бюджетная. Ну, так вот, я решил выступить за бесплатное образование, поэтому все школы в Айсатовске, так же как и в Курске, можно сказать, все бюджетные, значит, образование бесплатное, без каких-либо дополнений. Ну и, собственно, питание в школах тоже бесплатное. Так, небольшое отступление было, теперь заходим в саму школу. Ну, тут все как по фу-шу. Тут у нас такой коридор, где можно переодеть сменку. Кабинет технологий. Да. Тут уже Москва тоже кабинет. Тоже кабинет. Тоже проход в кабинет уже с другой стороны. С другого конца коридора. Такой кабинет. Дальше идет столовая такая вот. Такой столовая, так вот дальше. Касса идет. На золотой стенкой уже кухня. Такая вот небольшая кухня, можно сказать. Ну, выглядит, ну, просторно, но к сожалению сыро. В общем, только полочки и две раковины. Хотя эту, можно сказать, ситуацию можно исправить, добавив в холодильник, печки. Но я этим могу заняться только, можно сказать, за кадром. Как на досуге заняться. Пролетаем дальше, тут у нас спортзал. Тут у нас уже две раздевалки идут.
Мужская и женская, хотя они просто одинаковые. И дальше уже идет сам спортзал, так вот. Дальше уже, можно сказать, небольшая комната, где различные спортивные снаряжения, там мячи, лыжи и тому подобное. Дальше у нас такой вот гардероб, большой гардероб, у нас тут крючки, а тут дальше типа тоже крючки, но уже тут же под флаг России, тут, типа проявление патриотизма. Дальше идет аварийный выход на случай внештатной ситуации. Здесь вот такой площадка для проведения различных мероприятий, типа 1 сентября. С этой стороны то же самое. Тут тоже, тут уже кабинеты идут. Потом номер кабинета. Такой кабинет, правда, тут доски нету. Тут уже кабинеты, туалет. Поднимаемся на второй этаж. Тут уже, можно сказать, кабинет завуча. Еще один кабинет. Тут уже здесь учительская. Даже еще коридор. Извиняюсь, что, можно сказать, мне просто трудно говорить, поскольку, можно сказать, болит горло, можно сказать, глотать больно. Ну и говорить о само собой тоже. Тоже приносит какую-то боль. Еще один кабинет медика. Еще один кабинет внутри. Кабинет с кабинетом. Кабинет химии. У нас полочки, где, можно сказать, различные. Пробирки стоят. Так, в кабинете у медика побывали. Тут у нас биология, такая вот. Правда, уже кабинет поменьше, то есть поменьше пар стало. Приблизительно 4. 6. На 8 человек. Следующий кабинет, правда, там ничего не написано, что там в табличке. Дальше уже идут стандартные кабинеты, тут тоже туалет. Извиняюсь, друзья, мне просто, можно сказать, плохо видно, поэтому я решил немного наклонить экран ноутбука. Третий этаж, тут тоже кабинеты. Тоже туалет. И тут. Сразу же здесь идет уже такого коридора, как было во втором этаже. Подниматься на последний, четвертый этаж. Значит, на последнем этаже уже имеется тоже кабинет, тоже туалет, но имеется также выход на крышу. В принципе, вот такая вышла школа. В принципе, та же самая, что была в Егорске, но теперь она есть. А Айстатовский просто... Все дело в том, что та школа, которая первая, можно сказать, не очень вышла, тем более, можно сказать, туда было мало. То есть не было столовой, не было спортзала, но была автошкола. На этом у меня пока все. С вами был Грегор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи. Всем удачи и всем пока!